На прямой связи. Сегодня в областных и районных исполнительных комитетах отвечали на вопросы граждан, заданные по телефону. К примеру, в Минске в администрацию Московского района за 3 часа поступило 35 звонков. Чаще всего звучали не жалобы, а просьбы о помощи. Интересует горожан возможность получения арендного жилья, введение дополнительных рейсов общественного транспорта, капитальный ремонт домов и благоустройство дворовых территорий. На сегодняшний момент нерешенных ситуаций не бывает. Бывает непосредственно взгляд руководителя или взгляд на ту или иную проблему со стороны обычного человека. Как, если бы ты не в этих условиях жил, как бы ты сделал бы? Одна из форм – это совместное проведение встреч. Мы проводим встречи не только в трудовых коллективах, мы встречаемся с населением по месту жительства, непосредственно выезжая туда. Вот. Конечно же, самое основное – это то, что не на бумаге должно быть написано, а нужно непосредственно на месте посмотреть, как это правильно и лучше реализовать, для того, чтобы граждане чувствовали себя действительно необделенными. С момента начала проведения прямых линий к чиновникам обратились тысячи жителей страны. Оперативное решение насущных вопросов, компетентные консультации для преодоления существующих проблем – это то, что ищут в общении с исполнительной властью граждане. Такой диалог помогает и скорректировать работу с населением, и сделать ее максимально результативной. Главное в этой работе определить системность и понять принцип, то ли это недорабатывает наша исполнительная и законодательная власть именно на местах, то ли это требует какой-то корректировки материальных средств, что людям на этот период вот что-то важнее, скажем так, чтобы определиться, поменяться в структуре.